Глянь, что делает сучка крашена. Почему же крашена? Это мой натуральный цвет. Утром на работу, поэтому нужно сделать масочку подтягивающую, убирающую морщинки. Вот у меня она есть, лежала в холодильнике. Это та маска, которую я делала, а потом использовала как средство для уменьшения пор. А сейчас я вот ее растапливаю на водяной бане. Там мне это занимает буквально несколько минут. И нанесу на лицо кисточкой. То есть эта маска, она у меня лежала в холодильнике. Ее не надо было делать. Она готовая, что очень радует. Она еще может пригодиться. В течение недели она запросто стоит. То есть у меня она в холодильнике пробыла неделю. Я ей пользовалась. И сейчас вот до конца ее использую. Ни в коем случае не надо на микроволновке нагревать. Вот из чайника водички налить, и вот она таким образом очень легко и быстро расходится. Уже готово.